Девамыше китозоухидарта, жонешо дехантарвартикешо, гехешо жаятмажаратиматсу, наприти юкта явадартасчалоки. Девамыше китозоухидарта, жонешо дехантарвартикешо. Гехешу жаятмажарати матсу, наприти юкта явадартасчалоке. Гаурия Гоштхипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, когда он принял саньяс в Чайтанья Матхи, то тот в день перед тем, как принять саньяс, он пошел принять омовение в Ганге, и вместе с ним какие-то преданные пошли. И вот по дороге Шрила Прабхупад говорил о саньяс-врате Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Говорил тем преданным, которые следовали Шиле Прабхупаде, следовали за Шиле Прабхупаде, когда он шел по направлению к Ганге, чтобы принять омовение. И вот он говорил, что в Бхагаватам описываются два вида саньяса, Дхира саньяса и Нарутама саньяса. Шиле Прабхупад говорил так много вещей, об этих двух видах саньяс. И вот те, кто изучают Бхагавад-гиту, я уже сказал, какое же основное значение саньяса. Я говорил уже об этом. Те, кто не имеют никакого желания обрести те или иные вещи, у которых нет привязанности, они нити саньясы. Шрила Прабхупад говорит о Дхира саньясе и Нарутама саньясе. И вот он говорит, что те, кто, у кого непривязанность, но естественно, те, кто с рождения уже не привязаны ни к чему из-за своего прежнего сукрити или еще каких-то благих действий, совершенных в прошлом. И вот после того, как они родились и повзрослели, то их непривязанность, она естественна. И вот они оставляют свою семейную жизнь, семью, имеется в виду не то, что они женились и оставили жену, а также имеется в виду в ту семью, в которой они родились. И так они отправляются на поиски Верховного Господа. И у каждой души есть одна обязанность – это совершать баджан Шри Кришны. И все мы в поиске Кришны, прямо или косвенно. И вот те, кто оставляют семейную жизнь, те, у кого есть огромная любовь к Верховному Господу, они развивают непривязанность, это зовется Дхира саньясой. И те, кто принимает Нарутам саньясу, это обычно те люди, которые живут семейной жизнью, работают где-то или имеют какое-то свое дело, они привязаны, связаны с этими материальными вещами. И вот через какое-то время ситуация как меняется таким образом, что они чувствуют необходимым оставить семейную жизнь, оставить свой дом, подобно тому, как в Бхагаватам приводится пример с Триданди Бикшу. Триданди Бикшу, вы знаете про него. Кришна Бхагаван подробно описывает его жизнь Удаве.
Удав, смотри. Был, однажды жил один прекрасный браман, он занимался бизнесом, но так и по воле случая он много потерял, практически стал банкротом. И еще царь пришел, забрал остатки, то, что не забрали разбойники перед ним. И у него практически ничего не осталось. И тогда его семейные, они захотели выгнать его, что толку от него нету. То было у тебя много богатства. Мы думали, что мы это получим в один или иной день. Но ты был очень скуп, а сейчас вообще все потерял, поэтому уходи. И вот этот браман был очень скуп и не тратил денег на своих родных. И эти его родня, они были злы на него и при первой возможности выгнали его из дома. И вот, не имея ни копейки денег, он путешествовал по здесь и там. И думал, почему такое произошло в моей жизни, я не знаю, почему и так. И вот он развил непривязанность, и вот он думал, почему же это случилось, и так или иначе он развил непривязанность и подумал, что уже ему 60 лет, он никогда не думал о том, что уже он стар. И вот он подумал, что сегодня наверняка Верховный Господь очень доволен им, потому что у него развилась такая непривязанность, отречение в его сердце, подобно тому, как ему ничего не нужно от этого мира. И вот он начал думать, что это благословение, то, что его выгнали из дома. There some Sukriti was there. Otherwise, how it is possible? И вот Вишванатха Чакравати в своих комментариях пишет, что у него было какое-то сукрити, иначе как он смог развить такую непривязанность. И вот один муни, Дататрея муни, однажды проходил мимо того места. У него был стиль жизни, как у питона, то есть он не прилагал никаких усилий, чтобы добывать себе пропитание. И вот Вишванатха Чакравартипад говорит, Дататрея Муни однажды проходил мимо этого места. И на ночь остановился там, и Айта Махарадж переключился на тему про в Бхагаватам истории одной проститутки приводится, которая вот встретилась случайно с этим муни. И вот она, этот муни, так получилось, что он остановился в том месте, и она оказала ему такой теплый прием.
дала место для Нанати, для того, чтобы переночевать, и вскоре у этой проститутки развилось отречение в сердце, непривязанность. He could not get any, even a single customer that day. And by the mercy of that muni, и вот у этой женщины не было никаких клиентов, и вот она ждала всю ночь, и потом к ней пришло озарение, что она занимается не тем, чем надо, и что толку от таких денег, что в любой момент я могу умереть, и не будет никакого толку от этого богатства. Always expecting one nice hero to get association and money. But I think Supreme Lord is the topmost hero, Sri Krishna. He can do it now. In Mathura Puja, also speaking this way, the topmost hero. I want to associate. Krishna said, someday I can satisfy, not today. This way, actually, и вот эта проститутка как-то очень скоро таким образом развила такую непривязанность, такое отречение, что она решила оставить все свои занятия и поклоняться Верховному Господу. Вот Дир Саньяса и Наротама Саньяса, Бхагаван Шри Кришна приводит пример Наротама Саньясы, о ком? Вот в случае с Триданди Бикшу. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: о Удав, смотри, какая ситуация, в которой он оказался. И таким образом он, естественно, развил отречение и решил принять Тринадди Саньяс и оставить дом уж навсегда. И искать Верховного Господа всю свою жизнь. И вот он принял Саньясу, ходил по разным местам. И обычные люди, которые ничего не знали о нем, они издевались над ними, кто-то забирал командалу, кто-то данду, кто-то смеялся над ним, говорили, что он ложный саньяси. И вот он однажды весь день собирал какие-то подаяния, набрал немного риса, хотел сварить его, и вот начал готовить, чтобы предложить Кришне и принять просад. И вот когда он уже почти все приготовил, то пришли какие-то хулиганы и наплевали и написали в его этот горшок, где он варил свой рис. Но он даже не разгневался. Он понимал, что получает такое обращение из-за того, что он раньше так относился к кому-то. И вот этот Триданди Бикшу, этот Триданди Саньяси, он, если мы сможем понять его положение, то мы также сможем стать смиренны и в любую ситуацию, в какую мы бы не попадали, это проверка от Верховного Господа для нас. И как Горки Шрадас Бабаджи Махарадж на берегу Ганги, он, когда он находился там, hey,
что какие-то хулиганы, они кидали камни в него, говорили какие-то неприятные слова, но Гоу Кешавадас Бабаджи Махарадж, он не был заинтересован ни в чем в этом материальном мире. Он видел. И вот Гоу Кешавадас Бабаджи Махарадж говорил, он не гневался ни на кого. И вот Гоу Кешавадас Бабаджи Махарадж, он говорил, что он пойдет и пожалуется Яшоде на них, и все. Previously, I gave one speech about this. The second, maybe third, also great, big explanation. I already told. И вот я уже сказал, что значит саньяса. Если мы грамматически разделим это слово на санскрите, сад плюс няс. Сад значит абсолютная истина, Верховный Господь, и мы хотим предаться Ему. Мы хотим предаться, продать всего себя Верховному Господу. Мы хотим предаться тому, отдать свое сердце Верховному Господу. И когда мы предадимся Верховному Господу, то наше сердце, оно будет с Ним. И таким образом, если мы понимаем саньяс таким образом, то мы найдем, что Вишнуприя на лучшей саньясе, Радхарани на лучшей саньясе. Но мы хотим получить объяснение саньясы более широкое. И те, кто сахаджи, те, кто всегда против Гаудия Матха, они всегда спорят на эту тему. Почему мы принимаем саньясу, шафрановую одежду и священные шнуры? Почему? И вот такие враги Гаудия Матха всегда критикуют, приводят какие-то несостоятельные примеры и критикуют Гаудия Матха таким образом. Откуда это все у нас образовалось? Саньяса, данда, шафрановая одежда и священный шнур. Откуда это все? Поскольку в писаниях ничего не описывается. И вот я недавно говорил вот на эту тему о том, кто сказал, что саньяса, шафрановая одежда и священный шнур запрещен в Гаудия Матхе. И сегодня продолжение этой темы. И вот такие сахаджи приводят в аргумент такую шлоку. Ашвамедам начинается. И вот эту шлоку Махарадж произносит ее. Ашвамедхам говалламхан саньясам палапайтрикам деварена сутатпатим галу панчо виварджахит. This kind of five things is prohibited in Kalikal. И вот в этой шлоке говорится, что этих пяти вещей мы должны избегать в Кали-Югу, по видимости. То есть ашвамедха-яги, убийство коров, нельзя использовать мясо для подношения предкам, и нельзя иметь детей от близких родственников. И саньяс там же, в этом же списке. И вот Ашчила Прабхупада и Гурудев, они говорили, что мы думаем, что они никогда не находились на пути Шаутапанхи. И поэтому они извлекают такие
неправильное понимание каких-то шлок. И второй шлок они приводят из читания Чайтамриты, где Санатан Госвами говорит. Вот эту шлоку, что одежда цвета крови вайшнавы не должны носить красную одежду. Санатан Госвами говорит это. И вот на этом их аргументы все кончаются. И после этого они начинают критиковать о Триданди Саньяси и прочем. А что значит Триданди Саньяса? Я уже сказал, кай, мон, вакья, речь, тело и ум. Если мы хотим наказать нашу речь, тело и ум, и вот любая дживатма, которая совершает какие-то оскорбления или благие дела, то они совершают это телом, умом и речью. И поэтому в момент смерти приходят три Ямадута. И также приходят четыре Нараяна Дута, чтобы защитить нас. Нараяна по слогам имени Господа Нараяна, четыре его спутника приходят. Вайкунтха Паршада. И вот тело, ум и речь, обусловленные души, которые не достигли совершенства. Сида, значит, что значит сида? Это полностью те, кто полностью утвердились на пути баджана. Вот потом, если мы утвердились на пути намбаджана, на Галокадхаме, то тогда мы уже достигли совершенства. Но можно вспомнить, Рупа Госвами Пад всегда говорил, что если вы развили такие качества, чтобы встретиться с Брахма, Сакшат Кара, с нечто более высоким имеется в виду, то все же в то же время, если у вас есть какая-то прарабдха карма, то мы ее должны избавиться от нее с помощью своих действий. Но когда Харинам, он явится перед нами, он, и через Харинам можно все осознать, то тогда нет никаких проблем. Вся эта карма, она сожжется сама. И Кришна Бхагаван говорит, и вот Кришна Бхагаван говорит, те, кто пака гьяни, имеется в виду бхакта, то есть настоящие преданные, они никогда не чувствуется никакой привязанности, никакого привлечения ни к чему. И вот такие пока гьяни, как они стали такими совершенными гьяни, почему они не чувствуют никакого привлечения ни к чему? Они смотрят на все таким самадришти, не беспристрастным видением. И как это возможно, Санатана Госвами говорит, только это возможно, когда они получают совершенное знание, самоосознание.
Пока гьяни, значит, совершенное знание. А бхакта, кто такие бхакты? Про кого мы можем сказать, что он преданный вайшнав? Кто? Кто согласно определению шастры? Кто же он? Парикшит Махарадж. Он вайшнав, Амбариш Махарадж, вайшнав, Притху Махарадж, Юдхишир Махарадж. Они находятся посреди, они не сказано богаты, но ничто не влияет на их сердце. И вот Санатана Госвами говорит, до тех пор, пока они не обретут какую-то прему, это невозможно иметь такое беспристрастное видение. Поскольку если вы сможете видеть весь мир в связи с Кришной, то тогда и только тогда можно сказать, что вы настоящий вайшнав. И только тогда можно сказать, что вы вайшнав. А те сахаджи, они нападают, оскорбляют Гаудиамат, где это то написано, где все. А Санатана Госвами вот сказал так, что не нужно носить одежду цвета крови. И вот я думаю, таких людей нужно изгнать из вайшнавской сампрадаи, которые не понимают таких простых вещей, что имеет в виду Санатана Госвами, говоря эти слова. Если мы аналитически подумаем, какая ситуация была, в которой Санатана Госвами был вынужден сказать эти слова. Однажды Джагадананда пандит уже ушел во Вриндаван, и Махапрабху дал указание ему, что когда бы ты не был во Вриндаване, ты всегда должен находиться вместе с Санатаной. Даже на часть секунды ты не можешь быть не с Санатаной. Ты всегда должен иметь связь с ним. И каково значение этих книг, какое значение этих слов? Можно купить много книг и читать их, не получив на то милости Гуру Вайшнавов. И что толку от этого будет? Почему Махапрабху сказал о Джагадананде, всегда находясь вместе с Санатаной, даже на секунду не оставляя его? Какого значения Санатан Госвами, он Самбанта Гьяна Ачарья Махапрабху дал указание, он предупредил нас, что мы должны всегда находиться в связи, иметь связь с Самбанта Гьяна Ачарья всегда. И в тот момент, когда мы потеряем нашу связь с ним, мы пойдем и различные материальные желания, они явятся в наше сердце. А почему это происходит? Поскольку мы не совершаем совершенный баджан. И в тот момент, в тот день, когда мы получим вкус к баджану, то тогда мы не сможем его оставить. В Аллахабаде Махапрабху говорит Рупе Госвами: «О Рупа, я хочу дать тебе вкус этой премы, открой свой рот». Я хочу дать тебе каплю этого нектара, одну каплю. Кришна, он океан любви. Кришна, он океан нектара. Но ты не можешь чувствовать, мы не можем чувствовать, и это главная проблема. Кришна, он океан нектара, бесконечный океан нектара. Я хочу дать тебе вкус этого нектара. И вот Санатан Гасай, в день его ухода я говорил эту шлоку.
Kripam Bhakti, Kripam Madhirya, Pardu Chaludhi, Tvam Svanantanam, Prabhu Asvayam. Кто сказал? Это поет Гьяначарья Рагхунат Дас Госвами. Будьте внимательны. Кто сказал эту шлоку? Рагхунат Дас Госвами плачет и говорит, когда Санатан ушел из этого материального мира. Он плакал и говорил такие слова. И вот таким образом мы должны помнить, Самбанта Гьян Ачарья Санатан Госвами, Абхидея Гьян Ачарья Рупа Госвами Пад и Прайоджан Гьян Ачарья Рагхунат Дас Госвами. И вот если мы отделились от Самбанта Гьян Ачарья, имеется в виду от Самбанта Гьяна, то тогда мы можем, Майя нас снесет своим потоком. В этом киртане Шрила Бхакти Валабха Тхирта Госвами Махарадж пел этот киртан. Вы понимаете его значение? Мы должны начинать баджан с самого утра, с трех утра. Иначе майя может нас унести в своем потоке. Майя она в том или ином виде является перед нами в форме денег, в форме славы, в форме противоположного пола. Майя в разных видах может явиться перед нами, перед Удавой, Кришна говорит. И вот перед Девахути Капила Муни также говорит: о Манупутри, о мать, моя настолько сильна, что никто не может победить ее. Если кто-то бросает вызов Майе, то он глупец, поскольку Майя это первое предостережение. Не пытайтесь бросить вызов Майе, поскольку в тот день, когда вы бросите ей вызов, то она вас, несомненно, победит. Но, с другой стороны, мы должны проявлять смирение, молиться Господу, что «О, Господь, твоя Майя настолько сильна, что мы не можем...» преодолеть ее влияние. И это наставление Кришны, что Кришна говорит, знайте наверняка, что что только тот, кто предается лотосным стопам Шри Кришны, он может преодолеть влияние Майи. И никогда не пытайтесь бросать ей вызов Махапрабху, он показывает нам простейший путь. Но мы не готовы принять это. Каков же этот простейший путь? То есть мы не должны бросать вызов Майе до сих пор никто не мог победить Майю, только вот тот, кто предается Кришне. И вот суть в том, Санатан Госвами, он лучший из ачарьи. Вы можете помнить, Джагатананды Махапрабху сказал, что он таттвавид в Пурушоттам Дхамме, когда Джагатананда Пандит хотел дать наставление Санатане. Санатан Down.
Jarasandha giving advice, better you go away from this place and go to Vrindavan, because Mahaprabhu already gives selected place for you. И вот Джагадананда сказал ему, что ему нужно идти во Вриндаван, поскольку Махапрабху принял, уже выбрал место для тебя во Вриндаване, поэтому иди туда. Но Махапрабху, он пришел и сказал, как ты посмел дать наставление Санатане. Санатана, он татвагьяни, он дает наставление мне, а ты даешь наставление ему, как ты посмел. И Махапрабху знает все. И он отругал его, что Санатан Госвами, он может дать наставление мне, а ты ему даешь совет, как ты посмел. И Санатан Госвами засмеялся и сказал, о Господь, я знаю, ты так любишь Джагадананду, и такое почтение оказываешь мне. И вот тот самый Санатан, о ком и вот кто же посмел сказать, что этот самый Санатан, он сказал, что мы не можем носить экшафрановую одежду. И вот почему Санатан Госвами сказал эти слова, какие обстоятельства были. Однажды, когда Санатан Госвами, он одел тюрбан из красной ткани, от Мукунды Сарасвати досталась ему ткань какая-то, он... И вот он обернул эту ткань вокруг головы, сделал тюрбан и пришел к Джагадананде. Джагадананда готовил рис в то время. И Джагадананда, когда посмотрел на него, и он вспомнил Махапрабху, поскольку он, Махапрабху был в шафрановой одежде, и он, когда увидел такой же цвет, он вспомнил Махапрабху. И вот он спросил, чья это ткань, а он сказал, что это Мукунда Сарасвати, это одежда, и он настолько разгневался, что взял этот горшок риса и кинул Санатана, еле вернулся и сказал, что ты спутник Махапрабху. Я думал, ты это ткань от Махапрабху, а это от какого-то Майвади, от Мукунды Сарасвати, я не могу потерпеть это. И вот он хотел кинуть, хотел кинуть горшок риса Санатана. И Санатана убежал и засмеялся. И сказал, та причина, почему я так сделал, я понял теперь, какую чистую любовь ты имеешь в своем сердце к Махапрабху. И вот как только он увидел такой цвет на мне, он сразу стал полон премы. И Гурувага объясняет, что да, ты прав, что мне не стоит носить шафрановую одежду. И вот теперь вопрос к Сахаджи, где где-то говорится, что Санатан и Джагадананда не имеют какую-то неприязнь к шафрановому цвету в одежде.
То есть Джагадананда был разгневан на него только из-за того, что он взял одежду, ткани от какого-то Майвади. Только в этом была причина. Он разгневался только из-за этого, из-за того, что от Мукунда Сарасвати эта ткань ему досталась. That was the sequence. And why is Sanatana Goswami speaking that way? That Rakta was a red clothes and Nasi should not wear red clothes. What was the sequence? Sanatana Goswami. И вот Санатан Госвами. Он написал так много книг, он лучший из Таттвагьяна Ачарьи, и как можно ожидать от него, что он имеет какую-то ненависть к шафрановой одежде, когда сам Махапрабху, он принял саньяс, и Мадхавендра Пурипад, и Шарпурипад, кто нет, все. They all, everybody, они все приняли саньясу. All, you can say. And not only that, all four acharyas from Sampur Sampradayas, they are also exhibiting. Не только они, а также все четыре ачарьи из четырех сампрадай, они тоже явили лилу саньясы. Рамананда ачарья, Вишну свами, Нимбарка ачарья. И откуда Сахаджи нашли такую саньясу, такую сиданту, что саньяса не дозволена, если все ачари из всех четырех вайшнавских сампрадай, они все саньяси. Даже в Махабхарате, даже в Бхагаватам, в Бхагавад-гите также приводятся примеры саньяса. Указание на саньяса. Иногда можно найти пример Игданди саньяси, это такое одно дандава саньяси, но Бхактивинода Тхакур он объясняет, что несмотря на то, что внешне это может выглядеть, что наши ачарьи, они принимали одну дандовую саньясу, но будьте уверены, что три данды, они там присутствовали в их одной данде. То есть можно увидеть, что некоторые из наших гуруаги очень давно приняли эк-данду саньясу, но в этой эк-данде я чувствую, что там три данды находятся. И вот они получили. И вот в Бхагаватам можно найти указание на Тринданди Саньяса, и в Махабхарате также, везде. И в Упанишадах также, и в других местах можно найти указание на Тринданди Саньяса. И в Бхаварта Дипике, кто написал Бхаварта Дипике? Шридас Госвамипад. Шридас Госвамипад, он дал комментарий Гите и к Бхагаватам. Бхаварта Дипика называется. О саньясе Шридас Госвамипад. Они сказали, что Сидар Госвами, почему он знает все Веды, Упанишады, Пураны, Бхагаватам, он может видеть все, что там описано. А почему говорится, что это по милости Нарсимхадева. Нарсимхадев благословил его в Бадре, в одном месте, достаточно давно он совершал там баджан, и Нарсимхадев явился к нему и благословил его. И поэтому говорится вот такие слова про него, что по милости Нарсимхадева
Шридхар Госвамипад, он знает все. И поэтому, когда Валабхачарья, он захотел... Он сказал, что я не могу принять комментарий Шридхар Госвамипада, то я напишу новый том. Махапрабху очень раздевался, и он сказал, что Шридхар Госвамипад, он лучший среди всех вайшнавской сампрадаи, он получил милость самого Нрисимхадева, как ты можешь пренебрегать тем? Я не могу потерпеть такого. Если ты хочешь что-то написать, тебе нужно писать строго под руководством его. И вот Валабхачарья, он испугался и сказал: «О, Господь так разгневался, да». И вот Махапрабху не мог потерпеть, что если вы нарушите, то есть не окажете должное уважение другим, которые этого заслуживают, то Махапрабху не может потерпеть этого. Я И вот Махапрабху, он принял саньяс для того, чтобы своим собственным примером показать, что потом вы говорите, что саньяс не позволен, хотя сам Махапрабху, он принял саньяс. Хотя сам Махапрабху сказал, что я могу действовать так, чтобы люди, видя меня, они следовали моему примеру. И те, кто... То есть обычно люди следуют за великими людьми в обществе. И вот Санатан Госвами, он никогда не может оскорбить Махапрабху и всех главных спутников Махапрабху также. Они все саньяси. Брахмананда Бхарати, Кешава Бхарати, Ишвар Пурипад, Мадхавинда Пурипад. Кто нет? Все они саньяси. Хотя Санатан Госвами Патан лучше из Татвагьян Ачарьи. И как это для Санатана Госвами возможно критиковать, что что те, кто вайшнавы, не должны принимать саньясу, как это возможно? Хотя Прабхутананда Сарасвати Патан тоже Тридандхи саньяси. Гопал Бхатта Госвами, он тоже принял дикшу и саньясу. Гопал Бхатта Госвами в Самскара Дипике описываются все правила и предписания саньясы, и как кто-то может говорить, что вайшнавы не имеют права принимать саньясу. И вот те, кто... И что значит саньяса? Что значит преданные? И вот да. И какие же признаки преданного? Inner meaning of sannyas, I have already told.
Я уже сказал о глубинном значении саньяса. И вот Вишванатха Чакраватипат говорит, что все спутники Махапрабху, они большинство из них, они саньяси, у них огромная любовь к Верховному Господу. Они саньясы внешние, а внутренние они Парамахамсаврата, соблюдают Парамахамсаврату. Я чуть раньше сказал вот эту шлоку. Что Кришна хочет сказать, какой комментарий Вишванатха Чакраватипада об этой шлоке? На самом деле, что Кришна хочет сказать, те, кто парамахамсы, даже Вайшнава парамахамсы, даже внешне можно найти то, что они пока гьяни, они совершенные гьяни, для них также. И для них шафран и саньясана не обязательны, они могут ее принять, могут и не принять. Для них это одинаково, поскольку Бхагаван Шри Кришна сказал вот такие слова, что они за пределами правил и предписаний, за пределами ашрама и этого положения. Для них, для настоящих гьяни, совершенно гьяни, для них это возможно. А те, кто имеют огромную любовь к Кришне, к Махапрабху, то все же, если они соблюдают саньясу, как Прабхудананда Сарасвадипад, как Мадхавинда Пурипад, Ишвар Пурипад и другие, для них мы должны думать, что они никогда не нарушают правила, установленные Махапрабху. Если Махапрабху принял саньясу, то и его спутники they want to exhibit themselves that we are not qualified, we are actually sannyas. I mean, chaturvarna, chaturvarna, chaturvarna. То они следуют его примеру, они тоже принимают саньясу, но внутри они имеют парамахамса бхаву, но хорошо это или нет. То есть саньяса они смирение принимают. И вот я спрашиваю, это хорошо или нет. Это очень достойно. То есть из Перини они принимают этот ашрам саньяси, саньяса. Topmost honor. Those actual sannyasis, they should get topmost honor. It is written by Shrida Sai Baba. И вот Шрида Госвами Пад, он пишет, что настоящие саньяси им должно оказываться наивысшее почтение. Topmost honor. Even it is written in Shastra. И также в Шастрах говорится, что даже ваш сын, который принимает саньяс, если отец приходит к сыну, он должен предложить ему свой полный распростертый поклон. А если отец этого не делает, то ему надо прощиту совершать искупление. И вот великие поэты, которые пишут, там и книг, если я упомяну их имя, они будут спорить со мной, они пишут, что саньяса не позволено в баджане, понимаете? И о Сананде и Прабхудананде Сарасвати, о Харидас Баба, Харидас Бабаджи Махарадж, он написал Гаудия Вайшнава Абидан, но
он также написал, что про Касунанда и Прабхудананда они одна личность, а это не так. И вот под влиянием майи даже такие великие личности попадают под ее влияние и пишут какие-то вещи, не соответствующие реальности. И Шрила Прабхупад сказал, что никто не может доказать, что Прабхудананда и Пракашананда Сарасвати — это одна и та же личность, они разные личности. Только те сахаджи, которые живут на Радакунде, они их не ачарья, цитируют одну шлоку, что Прабхудананда Сарасвати вот какую-то шлоку сказал. On the basis of this sloka, they are speaking. You see, they are speaking. I was Mayavadi before, now I live. But they cannot prove historically. I already told you many times. То есть это доказано, что эти разные личности, Прабхудананда и Прокашананда. И вот Махапрабху, когда принял саньясу, он отправился на юг, и когда вернулся, он встретился с Прабхудананда и Сарасвати. И он уже был вайшнава саньяси из Шри Сампрадаи. И как это возможно после того, как он получил общение с Махапрабху, как он смог отправиться в Варанаси, чтобы принять саньясу от Майявади? Разве это возможно? Но кто-то говорит так. И Махапрабху потом, через спустя долгое-долгое время, во время давания, он встретил Прокашананду Сарасвати, который был в Майявади. Прокашананда Сарасвати Пад, он развил эту проказу. Вриндаванда Стакур Махашой говорит, Прокашананда развил проказу, а Прабхудананда Сарасвати, он писал много прекрасных произведений. Никто не мог сравниться с красотой в его произведениях. Сам Махапрабху сказал, И Махапрабху сказал в Гора Лиле, что ну что наказал этого Прокашананду Сарасвати. А некоторые вайшнавы даже, они из-за влияния майи пишут, что это одна и та же личность. Особенно люди, живущие на Радакунде, пишут так, но доказать они ничем не могут. Long after when Mahaprabhu grew up, took sannyas after the first gone to South India, after long gap in Mahaprabhu going to Vrindavan, at time they meet, how is possible, there is Vaishnava taking Nectarian, you know, feeling. But the association of Mahaprabhu, all changed. After they gone to Varanasi again to take Maya, he has gone mad, he foolish. How possible? This way they cannot prove it. И про саньясу Махапрабху, его спутники, они
это не мотив Санатаны, что он сказал такие слова, чтобы критиковать Шафран и Саньяс в Гауди Сампрадайне. Вайшнав, значит, у него есть огромная любовь к Верховному Господу. Это естественно, он развивает непривязанность к материальным вещам, но все, что связано с Кришной, например, какое-то деньги Кришны, наше положение, они тоже с Кришной связаны, это Юкта Вайраги. Это зовется Юкта Вайраги, совершенное отречение, такое сбалансированное. Юкта Вайраги, она очень важна, и для некоторых займет тысячи жизней, чтобы осознать, что такое Юкта Вайраги, и поэтому я говорил. Вот такие слова, что Амбариш Махарадж, Паритху Махарадж, Парикшит Махарадж, они все отреченные, но они внутри, они саньяси. И Санатан Госвами, он хотел сказать, и Вишвана Чакравати Пад, также, что, например, говорится, что Санатан Госвами, он... сказал, что те, кто недостойны, если они принимают саньясу, то это плохо, это недозволено, то есть, если какие-то недостойные люди, они принимают какую-то саньясу или парамахамса веш, то это очень плохо. Посмотрите, например, Санатана Госвами, он смиренный, более смиренный, чем Травинка. И когда Чандрашекарачарья сказал, что хочет дать ему новую одежду, он сказал, что нет, не нужно, если старую, да, что я приму. И после этого Санатана Госвами взял какую-то старую одежду. И вот разделил ее на три части. Одна каупина, утария и это, как его, не дуть, а вот это саньяси, которые носят. Я уже говорил о них, что они врожденные парамахамсы. Кто может дать парамахамса виш таким великим личностям? Они уже одобрены Махапрабху, поскольку Махапрабху перед Санатаной Госвами он взял эту одежду. Это случилось перед Махапрабху. Махапрабху одел эту одежду Бабаджи Виш, и Махапрабху он засмеялся. И это есть доказательство, что Махапрабху он, если он позволил это значит, что они естественные парамхамсы, они, это их качество, оно врожденное в них, и поэтому не нужно ничего принимать как, так формально. Еще какие-то писатели пишут, что Баларам Раса, она не одобрена в писаниях. Какие-то известные эти писатели пишут, что это не одобрено, что Баларам Раса не одобрена в шастре. Что сказать, что Баларам Раса не одобрена в шастрах? Кто это сказал? И вот в первой части мы видим, что Вридаван Дас Такур сказал, что в шастрах не одобрена была девраса. Кто сказал? Вридаван Дас Такур говорит, что они по шанде. They are not doing any Siddhanta. They are passing this kind of manner. Who told there is Rasa in the Bhagavatam? In Bhagavatam it is written. It is in Bhagavatam, it is Siddha Sahib
pass this kind of remark by anybody writing their book. They are writing this kind of book. That Bombay Brass is not approved in Shastra. И вот такие писатели пишут, что такое посиданто, что Баладев Раса не одобрена в Писании. И вот саньяса не позволена в Гауди Вайшнава Сампрадае, и Санатан Госвами, он говорил так, что разве Санатан Госвами мог сказать, что Триндади саньяса она не одобрена в Вайшнава Сампрадае, хотя сам Махапрабху говорит. Don't come. Follow what I say. Whereas Mahaprabhu Mahaprabhu is a teacher, international teacher, all about the Brahman. Whereas Sanatana Goswami going to Sanatana Goswami disrespect, dishonor for sannyasa offense, how possible you are passing this kind of remark? It's not possible. И вот Триндади саньяса, она одобрена в писаниях, я могу и в этой книге вам показать также. So I can show you an example here, from here. Be careful. Everyone actually, Madhavendra Puri Bhar, Ishwar Puri Bhar, Paramahanda Puri, Keshav Bharati, see Brahma, point out this point. Yes, yes. Paramahanda Puri, Paramahanda Bharati, Vishnu Puri, Keshav Puri, Krishnananda Puri, Nishinga, Nishinga Tirtho, see, Sukhananda, all everybody, they are full of love, Krishna Prema, they are full of Krishna Prema. At the same time, they are having red clothes and sannyas. Also, you can remember, Mahaprabhu before taking sannyas, after taking sannyas, passing this kind of remark. What remark? Paratma nishtham asto bezgohan. Mukunda Sevaya Bhai Shamshak Param. Mahaprabhu passing this way. Very vital. People think вот sannyas means he can get Krishna. Mahaprabhu never speak this way. Paratma Nishtha Matto Vejgrahan. To exhibit strong affinity for Supreme Lord, Paratma Nishtha, they want to see that don't disturb us, we are actually in renounced order, sannyas in red cloth. That is the main thing. Paratma nishtha masto brace grohon, Mahaprabhu speaking, mukundo sevaya shamshat param. If people can pass this kind of remark, those who are not having any siddhanta again, the sannyas means he can go to Supreme Lord. No! Not that. Mahaprabhu never wanted to speak that. То есть саньяса не значит, что мы достигнем Верховного Господа. Что говорит Махапрабху? Махапрабху говорит, что если мы хотим принять шафран или саньясу, то прежде всего мы должны доказать, что у нас есть огромная любовь к Верховному Господу, то только тогда мы можем принять шафран или саньясу. Но то, что сейчас происходит, мы это не берем в расчет. То, что хочет сказать Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, это главное. И вот сказать, что саньясу принимают. The second point is most vital. What is the second point? Для того,
чтобы, то есть это как показатель огромной любви к Шри Кришне, но это опять же не значит, что мы его достигнем, приняв саньясу. То есть люди, которые принимают саньяс только для того, чтобы другие служили им, то в этом ничего хорошего нет. Those who are following you, you are taking sannyas, you are giving sannyas to others, you have material bonded yourself, that time you cannot prove that you are sannyas. Overstaking. Those who are all the 24 hours, those who are busy with Krishna Seva. Вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто круглосуточно занят в Кришна-саве, только они могут стать настоящими саньяси, настоящими ачарьями. И в жизни ачарьи, если вы найдете, что если он не занят в Кришна-саве, всегда у него есть какие-то промежутки или выходные, или еще что-то, то это не настоящая ачарья. Это слова Шрилы Прабхупады, что те, кто может доказать, что все они 24 часа в сутки заняты в Кришна-саве, это один из главных признаков успешного ачарьи, что они всегда заняты в Кришна-саве, они не заняты в майе. Follow this point. So Mukunda Seva Vaishan Chakaram, that's most vital point. And the vital point you are going to ignore and establish some other useless point. This way, sannyas, и вот таким образом саньяс одобрена в шастрах. И различные ачарьи, они принимают саньясу. So this way actually. И вот Рупа Госвами Пад, он пишет в Мукунда Стотре. Is there? I can discuss next day, not today, no time. Rupa Goswami was writing that it seems we can remember at the same time you see. Вот Рупа Госвами Пад говорит. And red cloak, we can remember the glance of Mahaprabhu. So many, even Upadhananda also writing. So many stroke. Whenever those who are full of Gaura Prema, whenever they get at a glance, they get red cloth, they develop prema. Like Madhavendra Puripat, as soon as looking at cloud, он get faint, because they remember the complexion of Krishna. Когда он видел тучи, он сразу вспоминал Кришну, потому что Кришна имеет такой же цвет, как свежие газовые тучи. Мы заняты материальными вещами и не видим этого. То из-за того, что мы не совершаем Кришна-бхаджан должным образом, так много препятствий приходит на нашем пути. И если мы сможем совершать Кришна-бхаджан должным образом, то все проблемы они сами собой решатся. В семейной жизни мы должны следовать и исполнять свои обязанности. То есть, если мы живем, нужно жить достойной семейной жизнью, и каждый член семьи должен исполнять свои соответствующие обязанности. И вот
Таким образом, я могу показать, что саньяса врата и шафран, они одобрены в Гауди Вайшнава Сампраде, и никто не может доказать обратное. Они могут спорить, гавкать как собаки, но не смогут доказать обратно. И вот та шлока, с которой я начал, я хочу объяснить ее, и после этого я хочу закончить на сегодня. И что за шлока, с которой я начал? Это о Прия из пятой сканды, из пятой четы, песни Бхагаватам. Перед это шлока из произнесенной Ришабхадевом. Jani chudeham tarvati kesu geheshu yayatma jarati matsu nafriti yukta javadartha chaloke Rishabhadev speaking. И вот Рисабхадев говорит. Jeva mui ishe krita sovhidartha. Krita mati already done. Those are already getting strong love for me. Те, кто уже имеют огромную любовь ко мне, те, кто для них этот материальный мир и все, что в нем есть, оно не привлекает их. What is the game? What is the result? This is. Сейчас можно видеть, что некоторые саньяси смотрят крикет, футбол какой-нибудь, но это не соответствует описанию настоящей саньяси. И вот однажды один ачарья, не буду называть его по имени, а он вышел, смотрит куда-то, преданные все пропали, и вот Севак сказал, что как тут крикет, по крикету этот чемпионат, все, даже саньяси все ушли смотреть на крикет. И этот ачарья, когда он увидел это, решил сразу уехать из этого места. И тогда все собрались, видя, что уезжает, надо как-то менять ситуацию. Саньяс, значит, всегда на 100% он занят в служении Кришны 24 часа в сутки, и тогда этот саньяси может дать нам наставление, иначе он не имеет права проповедовать, если он сам не занят в Кришна-бхаджане круглосуточно. И вот на этом я хочу закончить. Если какие-то вопросы... Те, кто хотят задать мне этот вопрос, те, кто не проповедует, а в Гаудиматхе объяснение Шрилы Прабхупады нашей Гурварги в Гауди философии, проповедь значит также Харибаджан, пытайтесь понять правильно. What I mean to say, realize.
Вначале всего, то, что мы не можем понять, как мы можем говорить об этом и как-то объяснить другим, если мы сами этого не понимаем. Зачем мы проповедуем, чтобы распространить Кришна-прему? Но если у нас самих нет Кришна-премы, то как можно ее распространять? И поэтому наша Гурварга дает ясное, четкое определение. И однажды один ученик Вамана Госвами Махараджа очень давно, 40, давно достаточно, несколько десятков лет назад, и однажды один сывак Вамана Махараджа сказал, что следующий раз мы с вами на проповедь не поедем, поскольку баджан не можем совершать, а Ван Махарадж засмеялся и сказал, что такое проповедь и баджан. А в Гаудия Даршане проповедь и, точнее, баджан и проповедь и баджан, они не отличны. Если вы не чувствуете это, что ваша проповедь, она не отлична от баджана, то тогда, если вы проповедуете для удовлетворения Верховного Господа, чтобы дать то, что вы получили от вашей гурварги, если у вас есть такое чувство, то тогда вы можете находиться на Вьясасане и проповедовать, иначе у вас нет права. И вот в Гаудия Даршане, в Гаудия Философии, в Гаудия Матхе Харибаджан и проповедь, они не отличны. Когда я говорю Харикатху, я прикасаюсь к Вьясасане и говорю, что совершаю лучший баджан. И когда вы мне даете возможность говорить Харикатху, я молюсь вашим лотосным стопам, поскольку вы даете мне возможность иметь связь с Верховным Господом. Может, если куда-то пойду, буду думать о коровах, но коровы тоже как-то связаны с Кришной, так или иначе. Но если я смогу все связать с Кришной, то это очень благоприятно для меня. И те, кто совершают Кришна-баджан, они очень умны. Они знают, как занять вас в Хари-баджане. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, Кришна-бхакта, он преданный Кришне, он хитрее черта буквально. Так Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он занимал разных людей в Кришна-баджане. Sorry, she didn't finish the second part of the question. Second part? No. You speak out. So then I was saying, so how do we, you said a guru should have certain qualifications to lead the disciples. So if the guru Yes, they're totally different topics. No, guru doesn't have the qualification to lead. That's why I'm speaking. It's totally separate topic. I already discussed for long 2-3 years. Guru Tattva top. Такой вопрос по Гуру Таттве. Гуру Таттва, она очень такая сокровенная таттва, очень широкая и глубокая. Какие качества гуру должны быть, качества ученика, я уже говорил об этом раньше. Если я могу заново в один день повторить какие-то аспекты Гуру Таттва. Brazil Kishodas, he gone mad, he's speaking. Yes, Brazil Kishodas speaking. Maharaj, are you supposed to go away?
When I hear all Guru Sattva, there is a Guru Sattva. I was walking down the street. He jumped from one car. Maharaj! Who? I see Krishna. И вот Кришнадас в Бразилии однажды, когда он слышал вот харикатху по Гуру Таттве Шрилы Бабаджи Махараджа, и вот однажды он мимо проезжал и увидел Бабаджи Махараджа, выскочил из машины и принес ему свои поклоны, очень был благодарен. See, if I can get inspiration from you all, one kind of inspiration already coming from Guru Bhar. Another kind of inspiration I can expect from you all. What is that inspiration? You are sincere. That is one kind of inspiration. If I don't find inspiration in others, be sure I'm going to stop Harikatha and go Harikatha. There should not be any disturbance. You must be very careful. Lead your Grihastha life also very scientific way, otherwise I can leave you. Be careful. That's just one short question. Sometimes you say, or often you say that Siddhanta is same and applied form. Can you just speak a little bit more? Siddhanta means? Сиддханта – это сева в практической форме, и наоборот, соответственно, что сева – это сиддханта в практической форме, и вот просят более подробно объяснить, что хочу сказать Шридхар Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Они могут говорить одни и те же вещи, но немножко по-другому. И вот если подумать, сиддханта, то, что мы думаем, но когда это сиддханта не проявляется в практической форме в моей жизни, то это не та сиддханта, которую мы осознали. Любая сиддханта и сева, они не отличны. Если я хочу использовать сиддханту в моей жизни, она станет служением и наоборот, соответственно.